Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машиновязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Продолжаем вязание пледика «Лабиринт». Сегодня у нас третья часть, вяжем блок номер 2. Во втором блоке у нас две детали, абсолютно одинаковые, идентичные. Количество рядов то же самое, которое мы разобрали в первом блоке. То есть во второй части мы с вами провязали первый элемент. Количество рядов петель определили, последовательность провязывания определили, и теперь меняем цвет. То есть количество провязанных элементов тоже 13. Количество 13 будет во всех блоках. Будет меняться только цветовая гамма. Итак, что мы провязываем? 4 элемента, то есть 64 ряда, 4 по 16, белый цвет. Один раз 16 синим цветом, видите, вот полоска. 3 по 16, это 48 рядов, белый цвет. 1, 16 рядов синий. И 4 раза 64 ряда, белый цвет. В итоге мы получаем 2 абсолютно одинаковых детали. 4 блока белых. Один синий, 3 блока белых, один синий и 4 блока белых. Провязываете деталь и присваиваем ей номер 2, потому что блок 2. Ставлю двойку. И чтобы не потерять, потому что блоков будет много, чтобы потом не искать, где какой, присоединяю номер к этой паре. Номер 2, пара идет. Ожидать своей очереди, когда мы будем их соединять. И рекомендую вам подписаться на наш канал, чтобы не потерять дальнейшие части. Обязательно приходите на бесплатные вязальные посиделки, где мы вяжем очень много интересного. И в следующей части будем вязать следующий блок.